Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы с вами поиграем в такие игрушки, как Aliens Drive Me Crazy, Aqua Park EO, Car Hill Climb Rise, Dragon Hills 2, 5 ночей с Фредди 2, Бравл Старс, Майнкрафт и Angry Neighbor. Друзья, видосик будет очень интересный, поэтому я буду вам благодарен, если вы поставите мне свой лайк. Ну а мы начинаем с игры Aliens Drive Me Crazy. Ну а мы, в принципе, начинаем, друзья. Это у нас District 1. Я уже немножечко прокачал своего бойца с прошлого раза. Ну, может быть, кто-то уже видел мои ролики, где я играл вот в эту вот игрушку. У меня, в принципе, уже 2 сердечка, видите? Было раньше 1 сердечко, а сейчас 2. Сейчас немножечко легче нам с вами будет уже бороться со всеми злодеями. А злодеев, друзья, здесь очень-очень много. И их на самом-то деле очень сложно уничтожать. Итак, мы с вами доехали до базы. Нам здесь нужно освободить всех заложников. Ну, желательно, конечно же, всех освободить. Потому что за заложников мы с вами получаем денежки. Вот смотрите. Освобождаем этого заложника и получаем денежки. Отлично. Давайте мы тогда уничтожим этого бандюгана. До свидания, чувак. И давайте на низ идем. И вот еще вижу одного заложника. Все. Мину мы разминировали. И давайте мы этого бандюгана тоже с вами подрежем. Бам-бам-бам. Давай, ну стреляем в него. Ты что? Ты что, издеваешься? Давай. Да блин, куда ты стреляешь? Я вообще не понимаю, что он в ту сторону стреляет. А, там тоже кто-то был, да? Я понял, ребятки, я понял. Так, давайте мы еще этого заложника освободим. Так, тут уже вертолет прилетел, друзья, это плохо. То, что прилетел вертолет, это значит, что он сейчас начнет ракетами гасить в нас. Если, конечно, успеет, но он не успевает, друзья. Мы разрушаем полностью это здание и зарабатываем монетки. Я предлагаю, друзья, пройти еще хотя бы, так, ну, две миссии, может быть, одну. Это District 2. Ребята, мы прошли с вами Дистрикт 1, это Дистрикт 2. Смотрите, разбиваем это здание максимально, потому что за его уничтожение мы с вами получаем денежки. Также за то, что мы уничтожаем, в принципе, этих вот бандюганов, мы тоже получаем с вами денежки. А за эти денежки мы можем прокачивать себе машинку. Вот я, например, прокачал здоровье. Следующее, что я хочу прокачать, это пушку, чтобы мы с вами, ну, как бы наносили, чтобы мы с вами могли уничтожить их, например, с двух раз. То есть мне, например, вот с помощью пистолета нужно раза три выстрелить. Ну, либо два. А я хочу там либо с первого раза, либо с двух раз. Короче, вот пушку надо обязательно прокачивать. Также можно прокачать машинку, друзья, чтобы она была чуть быстрее, тоже выносливее, мне кажется. Ну-ка, наверное, чтобы быстрее она была. Итак, мы с вами дошли до второго здания. Ребят, я думаю, что сейчас еще это здание с вами это, заштурмуем, то есть выиграем эту миссию и будем приступать к следующей игре. Привет, чувак, давай, все, до свидания. С двух раз я его подбил, друзья, то есть неплохо. Так, нужно быстро все делать, друзья, потому что прилетит вертолет. Я не хочу, чтобы он меня уничтожил. Все, прощай, чувак. Давай, давай еще тебя уничтожим. Есть. Вот этот, этого чувака мы спасли с вами. Отлично. Теперь нам с вами нужно еще наверх. Наверх. Нужно активировать там кристаллик тот. И когда мы его активируем, друзья, давай, стреляй быстрее. Блин. У меня уже этот, как его, только стрелы остались. Только луки, стрелы, друзья, быстрее, быстрее, быстрее. Давай залазим сюда вот и активируем динамитик. Ой, динамитик, этот алмазик. Есть, здание обрушилось. И мы с вами проходим эту миссию. Ребят, я предлагаю на этом, как бы эту игрушку закрыть. Давайте приступаем к следующей игре. И это у нас Aqua Park EO. По-моему, друзья, мы с вами остановились на пятой миссии. Давайте мы ее проедем. Мне в последнее время вот что-то реально так зашла эта игрушка, друзья. Она настолько прикольная. Так, в принципе, друзья, тут нужно все делать с головой. Ой, стой, 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 стой. Так, мы с вами на 11 месте, а были на каком? А были, в принципе, наверное, на хужем месте, да? Так, уже 12, этих можно выкидывать вот так вот. Ой, стоп, это финиш? Неужели это финиш, ребят? Да ладно, блин, чуть-чуть, ребята, представляете? А, победа! Да, это победа была! Капец, да я их вообще вздрючил, вы видели, как жестко? Это было просто великолепно! Ребята, мы с вами открыли себе какую-то новую локацию. Сейчас мы поиграем в этой вот новой локации. Да, реально, новая локация. Блин, мне так понравилось. Так, уйди, чувак. Одного мы выбросили, так, этого тоже мы выбросили. О, давайте вот сюда вот запрыгнем. Опа! Ой, я что-то взял. Ребят, я что-то взял. Так, давайте вот на вот эту вот штуку. Оп, есть, первое место. Ну, сейчас по-любому появится чувак, который на втором месте будет. Потому что компьютер, он их переносит, ребята. Он переносит этих игроков. Потому что, ну, как бы мы играем, получается, с компьютером. Мы играем с компьютером, ребятки. И тут нужно читерить. Чтобы выиграть, нужно читерить. Есть, первое место. Смотрите, сейчас он обратно возле меня появляется, этот чувак. Ну, так нечестно вообще. Что за приколы, блин? Так, это мы должны перепрыгнуть и... Что? 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 Ребят, первое место должно быть наше. Не-не-не-не-не-не-не. Первое место не наше. Ну, блин, если бы этот компьютер не читерил, друзья, мы бы с вами и сейчас тоже взяли первое место. Ну, так мы взяли только шестое место. Кстати, тут, ну, еще нужно убийство зарабатывать, ребят. Давайте мы сейчас будем с вами зарабатывать их. Потом будем, как бы, сталкивать этих чуваков.
Пяу. Уйди отсюда. Так, давайте мы сразу сюда вот запрыгнем. А, малёшка не долетел. Ладно, ничего страшного, бывает такое, ребят. Давайте мы повторим еще один разочек. Еще разок. Вот, последняя жизнь, либо последняя миссия. И все у нас будет хорошо. Так, уйди, чувак. Отлично, мы его выбросили. Так, давайте еще кого-то выбросим. О, ничего себе, подпрыгнули неплохо. Так, давайте еще раз. Блин, пропустил. Так, уйди, чувак. Стой, 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 стой. Стой, блин, ребят, я, короче, вылетел. Ладно, закрываем эту игру, открываем другую. И это у нас Car Hill Climb Race. Друзья, пока что мы с вами не в состоянии купить себе какую-то новую карту. Мы пока что с вами не можем пропать нашу машинку, поэтому, ну, будем играть как есть. Давай, быстрее загружайся, и мы погнали. Так, все, поехали, ребятки, поехали. Играть мы будем в нее не очень-то долго. Ну, в принципе, эта игрушка ничем не отличается от Hill Climbing Race. Но вот единственное то, что мне кажется, что графика здесь, наверное, чуточку все-таки похуже. Да, чуть хуже. Ну, управление точно такое же самое. То есть нам нужно две кнопки, газ, тормоз, в принципе, и все, друзья. Да, поэтому очень долго играть в эту игрушку мы не будем. Ну, друзья, она давно не выходила на моем канале, поэтому я решил в нее сегодня поиграть. К тому же, лично мне нравятся гонки. Ну, я люблю гонки, они реально прикольные, то есть, ну, управление легенькое, да и вообще интересно в них играть. Мне кажется, что многие из вас тоже, в принципе, любят какие-то гоночки прикольные. И, кстати, друзья, раз мы уже с вами заговорили за гонки, вы можете написать в комментариях какие-то тоже прикольные гоночки. Я обязательно их скачаю, поиграю в них. Ну, может быть, не знаю, может быть, вы заметили то, что я вот не играл в ту игру, в ту либо иную игру. Поэтому, друзья, пишите обязательно об этом в комментариях, и я ее скачаю и буду играть. Так, первый раз мы с вами врезались. Блин, что, голова отлетела, и все? У этого чувака отлетает голова. Ладно, давайте делаем рестарт, друзья, еще одна жизнь. Еще одну жизнь сыграем, и все. Я так понимаю, что это наш общий баланс, баланс денег, который у нас есть. А чтобы что-то там себе покупать, все очень дорогое, друзья. Все настолько дорогое, что это просто жестяк. Если мы, конечно, с вами сейчас поставим рекорд, вот 600 метров проедем, мы уже проехали 200 метров, то тогда, по-моему, дают какие-то дополнительные денежки. То есть за каждые проеденные мною там 100 метров мне будут давать бабки. Но для начала мне нужно проехать этих 600 метров, ребят. Ну, половина мы уже, грубо говоря, с вами проехали. Довольно-таки быстро, правда? Если бы мы с вами не врезались, то я бы уже, наверное, доехал до 600 метров. То есть я бы уже поставил свой рекорд. Но просто здесь балансировка очень плохая, очень сложно ее держать на самом-то деле. Поэтому Hill Climbing Racing 2 мне нравится больше. Ну, либо даже Hill Climbing Racing. Да-да-да, там балансировочка немножечко лучше, чем здесь. Так, друзья, 500 метров, еще чуть-чуть, и мы с вами можем поставить свой рекорд новый. Я хочу вот рекорд поставить, и будем либо закрывать эту игрушку, ну, посмотрим, короче. Главное, чтобы мы поставили с вами рекорд. Вот, есть, 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 это мой рекорд. А я что, я не мог выехать под какую-то горку или что? Есть, ребятки, это рекорд. И что там по деньгам? Да, уже 17 тысяч, видели, друзья? Ну, что я вам говорил, что мы с вами зарабатываем денежки за новые рекорды. Поэтому я предлагаю закрывать эту игрушку, чтобы в следующий раз еще раз поставить рекорд здесь и заработать халявные деньги. Ну, а дальше мы с вами поиграем Dragon Hills 2. Это новая игра. Давайте будем разбираться, что нам нужно делать в этой вот игре. Я так понимаю, что мы с вами будем играть за дракона, потому что игрушка называется Dragon Hills 2. И сейчас я увидел зомби. То есть уничтожать мы, скорее всего, будем зомби. Это что такое? Это какая-то башня. Идет загрузка. Все, загрузка завершена. О, это наш дракон. А-а-а! Вот смотрите, как, друзья, тут управлять нужно. Я понял. Все, я все понял. Я все понял, как здесь все делается. Здесь, короче, управлять нужно только мышкой. Я так понимаю, и все. Отличненько. То есть наш дракон, он постоянно в гору направляется. Когда мы удерживаем мышку, он тогда, друзья, как бы погружается на низ. Я понял, блин, вообще управление классное, если честно, очень классное. Так, там вот много денежек еще есть. Денежки нужно собирать, ребятки, звездочку мы с вами зарабатываем. Блин, прикольная игра, мне нравится. По-моему, что я когда-то вот уже играл вот эту вот игру, друзья. Смотрите, мы можем поверху идти, можем идти понизу, мы можем это все разрушать. Отлично, разбивать здание, только я... А вот, вижу зомбов, ребятки. Эй, блин, чуть не съел одного зомби. А вон они разлетаются. Ребят, давайте мы с вами будем так их пожирать. Кстати, когда мы с вами просто, получается, вот так вот ползем по вот этой вот тропинке, ну, типа по поверху, да, то мы медленно передвигаемся. Мы намного быстрее передвигаемся, когда мы с вами погружаемся под воду, потом под землю. Потом вынуриваем. Так, это была заправка какая-то. Это что? А, битва с боссом, ничего себе. А что делает этот босс? Оп, получи. Получи, босяка. Хорошо, я думаю, что мы с вами сейчас его быстренько уничтожим, ребятки, этого босса. Давай, 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 выпрыгивай. А, я понял, друзья, как его нужно уничтожать, этого босса. Смотрите, выпрыгиваем. На, получи. Сейчас еще раз так сделаем.
Так, давай, давай, давай. Он где-то... А, он подгазовывает. Ну ладно, подгазовывай, подгазовывай. И выпрыгиваем, ребятки. Выпрыгиваем. Рано, рано, рано. Бум! Удар нанесли. На 50%, ребят. На 50% мы его уничтожили. 38. Он нас... А, он меня тоже, кстати, немножко покромсал, друзья. Смотрите, видите, вот у меня там вверху жизнь. Есть? Давай, 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 давай. Выпрыгивай. Бум! На, получай. Блин, посяка. Получай. Есть. Разочек зацепили. 4% у него осталось. Друзья, ну пока что я еще... плохо играю в эту вот игрушку. Я в нее играл, но очень давно играл. На, получай, все. Мы с вами его уничтожили, босс. Рип, стоп. Нет, спасибо. А, мы тоже погибли или что? Отлично, 1 из 6 получен. А, сколько? Погодите, я что, за эту карту должен был собрать 6 вот этих вот штук? Ну, я думаю, что вряд ли. Так, дальше. Мы можем как-то улучшать нашего дракончика? Да, мы можем, друзья, смотрите, энергия. Улучшили энергию, все, на остальное, к сожалению, не хватает у нас денежек. Давайте, друзья, мы с вами проедем еще одну карточку. Это уже, кстати, следующая карта. Видите, тут уже вон зомби сразу. Бум! Блин, пропустил, друзья, этих зомби. О, сколько тут денежек может быть, капец. Давай в гору поехали. Поехали в гору. Так, блин, это тоже зомби пропустил. Ой, стоп, это походу... А, это ядовитая штука. Ребята, эта штука ядовитая. Нет, спасибо, ладно, мы теперь будем с вами знать, что на эту штуку попадать нельзя. Я, в принципе, догадывался, что она ядовитая, но я думал, а может нет. Кстати, у меня два сердечка, да. Я разрушаюсь, когда меня зомби, например, бьют. Сейчас посмотрим. Они тут ракетами стреляют, оказывается, ребята, да, реально. Так, второй уровень мы с вами уже открыли. Отлично. Чем больше разрушений мы делаем, тем больше уровней мы открываем. Ну, все очень просто. Машинку можно было тут сломать. Давай, 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 под воду, под воду. Ой, под землю идем. Под землю проходим через этот кислотный слой. Берем денежки, берем... А, не, блин, попал снова в кислотный слой, друзья. Я проиграл. Ладно, закрываем эту игрушку. Открываем тогда следующую игру. И это у нас 5 ночей с Фредди 2. Друзья, не знаю, как долго мы будем с вами играть в эту вот игру. Выбираем новое и погнали. 12 часов АМ, то есть 12 часов ночи. Итак, touch here to use your flash. Я понял. О, все, отлично, эта штука убралась. Отлично, ее теперь нету. Это хорошо. Так намного лучше, ребятки. Так уже, в принципе, понятно, что если, например, что-то кто-то будет где-то стоять, мы его сразу увидим. Так, тут тоже все хорошо. И тут все хорошо, друзья, час ночи уже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто хочет, чтобы я купил остальные части 5 ночей Фредди. Я могу почаще играть в эти вот игры. Так, я не вижу пока никого, друзья. Так, давайте мы посветим тут впереди. Теперь посветим тут. И снова открываем камеры. Так, начинаем с первой камеры, ребятки. Скоро уже будет, наверное, 2 часа ночи. Ребят, поиграем в эту игру. Я не знаю, сколько мне показалось, что я кого-то увидел. Смотрите, какие страшные здесь куклы. Да капец, блин. Ну это точно не скримеры, ребят. Это не скримеры. Так, тут пока вроде бы все на месте. Ну, пора, чтобы уже что-то происходило, мне кажется, друзья. Реально пора. Давай. Так, тут никого нету. Тут что? Тут тоже никого нету. И тут тоже никого нету. Ладно. Давайте обратно посмотрим. Так, пока все хорошо. Вроде бы, друзья. Ну, мне кажется, что я делаю все правильно. Реально. 2 часа ночи, ребят. Ребята, капец! Что это было? Фу, я испугался. Блин, я реально так испугался. Game over. То есть мы с вами не дожили до конца. Капец. А мы можем с вами продолжить? А, блин, с 12 ночи обратно начинаем. Короче, мы проиграли, ребят. Нужно было по всех камерах вот так вот переключать. Блин. Я уже слышал там какую-то музыку. Короче, когда слышим музыку, нужно вот так резко по всем камерам переключаться. Нужно просто, наверное, лайты использовать. Ладно, ребят, мы уже, в принципе, с вами знаем приблизительно, что тут нужно делать. Ну, по крайней мере, я уже понял. Друзья, у нас следующая игра, это у нас Angry Neighbor, ну, я предлагаю пропустить Бравл Старс и Майнкрафт и поиграть именно в нее. Это новая игрушка, то есть мне сначала нужно сюда зайти, ребятки, да, точно. Так, давайте мы этот ключ перенесем вот сюда, вот, отлично, вот теперь я начинаю понимать, что тут нужно делать. Выбираем наш ключик и открываем дверь, да, так, открываем, как ее открыть, ага, вот так вот, значит, ее открыть. Так, все, открываем теперь дверь. Здорово, здорово. Так, теперь что мне нужно сделать? Ага, я могу поспать. Давайте подойдем сюда. Вот. Все, смотрите, я сплю. Так, все, я проснулся. Я выспался. Это получается наш дом с вами. А то дом нашего соседа. Давайте мы сначала походим по нашей квартирке. Посмотрим, что тут нужно делать. Так, какие-то коробки.
Зачем они мне нужны? Я пока что, друзья, не понимаю. Погодите, друзья. А где те все вещи, которые были у меня в рюкзаке? А, вот реально, где они? Так, это наша машина. Мы можем как-то ее открыть? Багажник там, например, либо еще что-то. Нет, ничего, друзья, не можем открыть. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что тут нужно делать. Где вообще задание какое-то там, либо еще что-то. Давайте мы еще к этому дому подойдем. Двери заколоченные. О, друзья, смотрите, у него уже двери не заколоченные. Класс. Давайте сюда мы зайдем тогда. Отлично, ребятки, отлично. Они были заколочены изначально. То есть начинаем... Блин, вот и он, вот этот соседушка. Капец, чувак, ты что, бежишь за мной? Ребят, реально, он бежит за мной, смотрите. Капец, какой он жесткий. Жесть, он меня поймал. Блин, я понял, ребят, я понял вообще. Нам, короче, нужно избегать этого соседа. Ладно, ребятки, давайте будем тогда закрывать эту игрушку. В принципе, для начала, как бы, я думаю, неплохо. То есть мы уже с вами приблизительно разобрались, что тут нужно делать. Но следующая игра, в которую мы с вами поиграем, это Бравл Старс. Друзья, ну а первую катку в Бравл Старс давайте мы сыграем за нового бойца, который, кстати, выпал мне из обычного сундука. Это у нас... Как ее зовут вообще? Это у нас Пэм, да? Будем играть за нее и, возможно, заработаем себе один жетончик. Я очень сильно надеюсь, что я, конечно, возьму здесь первое место. Вторую катку уже, друзья, будем играть в какой-то другой режим. Так, наши союзники. Это Карл и Эль Примо. Ну, неплохо, в принципе, неплохо. Друзья, мы с вами можем вот так вот гасить, смотрите. Оп, отлично. Прям у нас, типа, знаете, друзья, своего рода как бы, как дробашек такой мощный. Прям очень мощный дробашек. И если кто-то на нас сейчас будет нападать, все, мы будем сейчас его так вот уничтожать. Так, перезаряжаемся. Давайте кристаллик. Еще один кристаллик есть. У нас уже 4 кристаллика, друзья. Мы их не подпускаем. Что за прикол вообще? О, Бул подходит. Но я думаю, что... О, так, это хилочка. Все, теперь наши союзники могут здесь хилиться. Отлично. Вот теперь нас точно, друзья, не выбить. Да, реально нас не выбить. Я буду звездным бойцом, мне кажется. У нас уже 6. У нас уже 6 этих штук. Отличненько. Вот это подходит. Ну, типа, хотела подойти. Но мы ее уничтожили. О, Эль Примо. Блин, зачем я эту штуку снова поставил? Это был, как его, По. Ой, погодите, это ж не По, это был кто-то другой. Это был, я не помню, с гитары, друзья. Как его зовут? Вот реально тупо из головы вылетело, друзья. Я не помню, как зовут того чувака. О, есть, все, 10 кристалликов, они на нас уже нападают, типа. Так, ну давай, давай, нападайте, нападайте. Им просто делать нечего, друзья, как просто брать и нападать на нас, как бы им нужно. Ну, если они хотят хоть что-то, хоть несколько кристалликов забрать себе. Так, Бул использует свою ульту. Мы Була уничтожаем, естественно. У нас уже 12 кристалликов, бой окончен, и Алексис Плей будет звездный боец. Смотрите, я загляну в будущее. Почему не я? Друзья, ну а вторую каточку давайте мы с вами сыграем за Мистера Пи. Играть мы будем в столкновение. Постараемся затащить. Кстати, о, тут много сундуков, ребята. Бежим на центр, срочно бежим на центр, чтобы залутать те сундуки. У нас просто такая ульта мощная, просто очень мощная. И я могу, в принципе, с помощью своей ульты... Так, уйди, чувак, реально уйди, я говорю. Вот, так, уже начинаем лутать эти сундуки, быстрее, быстрее лутаем. Смотрите, тут прям целая куча сундуков сейчас наших будет. Давай, 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 давай. Так, есть, уже одна баночка, сейчас будет еще несколько банок наших. Так, вторая баночка, лутаем дальше все. Давай, так, все, третья. И что? Что это такое? Почему? Почему так быстро они перебили друг друга, ребята? Это что-то с чем-то, блин. Ну ладно, давайте мы подберем пока что вот эти вот жетоны. Ой, жетоны Energy. Давайте еще эту банку подберем. Я надеюсь, что это не засада была. И кто остался, друзья, я не знаю. Реально, кто выжил здесь. Тут, в принципе, ну, наверное, какой-то профессионал. Но катка очень быстро закончилась. О, вот там, наверное, по-любому какая-то засада, друзья. А нет, это халявные банки. Ребятки, 9 банок. Может быть, тогда вот тут кто-то сидит. А ну-ка. Так, давайте будем бросать туда где-то. Так, нет, тоже никого нету, представляете? Капец, а где же тот чувак? Вы что, издеваетесь? Где он, ребят? Смотрите, Нита, одна Нита осталась, ну все, ей хана, короче, ей хана, прощай, Нита. Друзья, это, в принципе, вторая катка, вторая победа, второй жетон, я доволен. Бравл Старс можно закрывать, открываем последнюю игру, и это у нас Майнкрафт. Но сегодня в Майнкрафте мы с вами поиграем в крутую мини-игрушку, которая называется Death Run. Друзья, сейчас мы уже начнем, в принципе, это мы смотрим, по каким местам мы с вами будем бегать. Так, приготовьтесь.
к бегу, мы с вами приготовились. Друзья, первые мы с вами не побежим, я сейчас вам объясню почему. Потому что, ну, во-первых, сейчас они все погибнут, вот эти вот чуваки сейчас будут погибать. Вот, все, они попадали, вы видели, друзья, да, они попадали. Так, вот теперь можно уже бежать, в принципе, сейчас уже нам ничего... Ой, стоп, врезался случайно, ну как, не врезался, а в воду упал. Сейчас нам уже, друзья, ничего не страшно, аккуратненько вот так пропрыгиваем. Это такой, это прям очень легенький паркурчик, самый изовский паркур, который может только быть. Так, дальше тоже все очень довольно-таки легко и просто происходит. И мы до первого чекпоинта с вами доходим. Есть. Хорошо, дальше вот сюда вот бежим. Так, это какая-то паутина, ребята. Так, нам желательно, наверное, на эту паутину не вставать, потому что, ну, скорее всего, что паутина нас будет замедлять. Так, это мы тоже проходим. И где-то должен быть второй уже, наверное, чекпоинт. Нам главное, друзья, с вами дойти до конца этой миссии. Так, тут нужно пере... О, не, стоп! Погодите, а что там нужно было делать? Короче, я не подумал, ребятки, но там, походу, нужно было влево. Влево нужно было пойти, а я, короче, решил допрыгнуть куда-то там. Короче, нужно просто не торопиться. Хотя, блин, смотрите, ребята тут, в принципе, прыгают. Так, но, скорее всего, что... Так, нужно с разбега это делать. Да капец, да что ж ты будешь делать? Почему? Почему так сложно, ребята? Реально очень сложно. Блин, в паутину засел. Да, все-таки в паутину не нужно застывать, заходить. Так, ребят, давайте посмотрим, что тут чуваки эти делают, как они прыгают. Так, вот они, в принципе, бегут, бегут, бегут. И все, и упал. Отлично. Они оба попадали. А-а-а, вон, вон куда нужно, ребятки. Вот куда нужно запрыгнуть, да. Вот так вот, видите, все как устроено, блин. Просто нужно посмотреть, нужно не торопиться. А мы с вами любим торопиться. Ну, по крайней мере, я очень сильно люблю торопиться. Так, все. Друзья, проходим еще это испытание. Давайте уже чекпоинт, потому что я не хочу. Если я проиграю, не хочу много проходить заново. Так, тут что у нас? Тут нам нужно наверх. Да, тут нам нужно наверх. Дальше нам куда нужно? Дальше нам нужно, скорее всего, вот. Ай, блин. Так, ладно, сюда, вот наверх, отличненько. Отлично, теперь, друзья, вот сюда. Да, блин, что ж ты будешь делать? Не люблю я такую вот штуку, друзья, если честно, очень сильно не люблю. Вот так, пиу, так, я... Бесит, друзья, иногда это даже меня подбешивает. Прям жестко подбешивает. Так, давай, 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 давай. Да, блин, да что ж ты будешь делать? Почему я перепрыгиваю, капец? Либо перепрыгаю, либо бьюсь головой. Короче, по-другому никак, да? Так, давай, 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 давай. А, я обратно перепрыгнул, ребята. Почему так все сложно? Почему так все сложно устроено? Так, дальше куда? Дальше куда? Дальше, дальше, дальше. Давайте мы просто подпрыгнем. Так, короче, в какую-то из сторон нужно идти. А, все, чекпоинт, отлично. Так, все, паркур, друзья. Ну, это, блин, это довольно-таки легенький паркурчик, в принципе. Это даже. Да, ё-моё, я хотел сказать, что это даже паркурчик для нубиков, да? В принципе. Ну, да, так и есть, друзья. Это был паркур для нубиков. Так, дальше вот сюда, вот. Ай! Блин, что за приколы? Та штука получается типа как слизни. Мы когда на нее встаем, то мы тогда вроде бы прыгаем лучше, да? Так, ладно, давай, давай. Оба! Оба! Все, отлично. Так, вот тут у нас должно было быть новый чекпоинт. Короче, ну, друзья, мы с вами, походу, прибежали последние, да, и поэтому мы не выиграли. Ребятки, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!